Сын Фазу Алиевой Джамбулат Магомедов прокомментировал решение праздновать юбилей народной поэтессы Дагестана. Руководитель ансамбля «Лезгинка» рад, что празднование круглой даты поддержали лидер государства Владимир Путин, руководитель региона Сергей Меликов и сотни ценителей ее творчества. Масштабные праздники пройдут в 2022 году. В Дагестане 90-летие отметят в апреле в Русском театре, ну а в Москве 5 декабря в Центральном доме литераторов. Я думаю, что это будет такое очень важное событие, которое еще раз возвысит и приумножит достоинство Дагестана, сплотит Дагестан и поднимет его еще на одну вершину. Я очень рад и счастлив, и благодарен всем тем, кто вместе с Сергеем Алимовичем отстаивал это решение, был инициатором этого решения. Напомню, указ главы республики Сергея Меликова о праздновании в следующем году юбилея народной поэтессы Дагестана вышел 26 октября этого года.